Всем привет, с вами Дилан, сегодня поиграем в Brawl Stars. Вышло обновление, и вот такие оно. Тут появились квесты, которые можно выполнить и получить награды. Вот, жетоны. Собираем столько-то жетонов, и нам выпадают ящики, вот, и остальное. Давайте поиграем. Немножко, да, откроем сундуки, соберем награды и, в принципе, посмотрим на обновление. Простите, что у меня не было очень долго видео, я был, правда, очень сильно занят. Мне некогда было снимать видео, видосики, да. Теперь я уж точно постараюсь снимать хотя бы один раз в неделю. Стараюсь два. Как получится. Вот. Нам главное сейчас выиграть. Угу. 7 банок, это уже хорошо. Так. Мы пока что на 5-м месте. Так, тихо. Ладно, пошлите. Раз у нас 10 банок, нам нечего бояться. В принципе. Так, пушку убрать. Так. Ну, как получается, извините меня, пожалуйста. Ну ладно, пошлите от нее. Вот Джеки. Ну вот, в принципе, и столкновение. Ну ты уж тут точно должна держать первое место. Давайте я подожду. Нечего ждать. Ладно. Плюс 10 кубков, это нормально. Давайте еще раз. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, может, хотите, чтоб я поиграл. Пишите абсолютно любые комментарии. Ну вот, Wi-Fi. Так. Нет, в принципе, смысла за ней гоняться. Ну ладно. Проиграли, так проиграли. Все равно в минус не ушли. Так что давайте откроем сундуки. Начало, которые остались. А потом уже, которые я заработал. Но обновление такое уж не очень и плохое, даже нормальное. Так что... Минусов тут мало. Очень даже. Вот так вот. Постараюсь снимать побольше видео.
неделю. Постараюсь найти другую игру и снимать прохождение по этой игре, по той игре. Ну вот, собственно говоря, все. Давайте еще тут разберем. Давайте на розу. Ну, что могу еще сказать? Обновление мне очень понравилось. Очень хорошо все добавили. Ну, в принципе, все. Всем удачи, всем пока.